На телеканале «Беларусь 4 Гомель. Новости спорта» в студии Максим Савин. Здравствуйте. В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге оба представителя нашего региона победили. Первую викторию в основное время в нынешнем чемпионате одержал жлобинский «Металлург». Столивары, уступая по ходу выездного поединка с «Лидой» 0-1, сумели сначала сравнять счет, а за минуту до окончания основного времени матча вырвать 3 очка. В составе «Металлурга» точные броски на счету Феклистова и Севастьянова. Гомель также победил в основное время. Гродненский «Неман» на домашнем льду дважды вел в счете, однако не смог удержать преимущество. Точку в поединке за 2 минуты до финальной сирены поставил Колосов. Он же, кстати, открыл счет заброшенным шайбам Рысей в этом поединке. Еще один гол на счету Голубича. Гомель победил 3-2 и закрепился в тройке лидеров регулярного чемпионата. «Металлург» располагается на 6-й позиции. Завтра «Столивары» отправятся в Гродно, где сыграют с «Неманом». Гомель едет в «Лиду». Сегодня после двухнедельного перерыва возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу высшей лиги. Открыл 3-й тур поединок в Лиде, где сошлись «Литсельмаш» и столичная охрана «Динамо». Гомельская команда ВРЗ завтра в Минске встречается с «Динамо» БНТУ. Светлогорский ЦКК также на выезде играет с «Оршанским Витеном». БЧ 3-й тур пропускает, однако гомельские железнодорожники отдыхать не будут. Завтра им предстоит товарищеский поединок с дебютантом 1-й лиги национального чемпионата – командой «Гомель-Молоко» из Рогачева. Игровая программа 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу в 1-й лиге уместилась в один день. Все поединки пройдут завтра. Один из них в Гомеле. «Локомотив» ждет в гости столичный энергетик БГУ. Стартовый свисток на стадионе «Локомотив» прозвучит в 15:30. Мозырская «Славия» также играет дома. Соперник – «Микошевичский гранит». Этот матч также начнется в 15:30. В Светлогорске сойдутся 2 клуба из нашего региона. «Химик» принимает житковичский «ЮАЗ». Начало в 16:00. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».